Вот, смотри, мам. И вот раз, прилепили, да? И вторую тоже. Все очень просто. Зачем? Вот этот ряд знаков вылепить из пластилина. Кое-что у нас уже получилось, да, Ульяна? Вот. Вот какая у меня. Это моя. Я Гогину разломала. Что эти знаки из себя представляют? Что обозначают? Скажи. Вот это первое, что такое? Вот у меня. Это что такое, Ульяна? Помнишь сложное слово? Смотрите! Да, да. Называется вот самое первое, Ульяна. Параграф. Это следующее. Номер. Это зелененькое. Зелененькое что обозначает? Проценты. Это... А это собачка, да? А это? Это косыночка. And. А дальше? А дальше зинзу. Вот зинзу. Красавец брюнетов. Кого ты сейчас делаешь? Ты? Конечно. Да. Ты, конечно, красавец. Что ты сейчас делаешь, малыш? Не мешай. Пожалуйста, не мешай работать. И сейчас последняя осталась. Где ножка? Для начала нас будет интересовать только одна нотка. Каждое занятие мы условимся выучивать всего одну нотку. Вокруг нее целое ассоциативное такое поле в вашей голове. Первую нотку до легко найти, когда вы видите вот две вот эти вот клавиши черные. Спускаемся вниз, чуть-чуть пониже. И как раз здесь и располагается нота до, причем в любом месте. И здесь, и здесь, и здесь, и здесь. И даже здесь, но правда черными здесь не помечено. Именно на эту клавишу здесь, мы, да, поставим свой первый палец. Кстати, именно называют пальцы пианисты. Вот потому что называть эти пальцы длинными именами. Что ты делаешь, зайчик? Ну вот я рисую этих кошаков. Похожи? Похожи? Давай посмотрим. Сравним? Да. Вот кошаки у нас. И вот мой. А вот Ульянин. Шикарно. Может быть, потом немножко пластилина добавить? Сделать, допустим, этих бабочек пластилиновыми. Нет. И качны сделать тоже пластилиновыми. Нет. Не хочешь? Ну, давай тогда. А сможешь потом стихотворение буквами переписать? Нет. Давайте. Что за стихотворение? Кот копеек накопил. Дальше. Читай сама. Нет. Кошки? Кошки. Козочку купил. А козе... Капустки, качики. Качанчики. Качанчики, хрустки. Дальше. Будет козочка крепка, кошке даст молока. Молока, ура! Все, рисуй дальше. Умничка, зайчик, умничка. Не надо! А тебе нравится больше фломастерами, да, рисовать, блин? Чем карандашами? Отлично.